Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодняшним видео мы с вами сделаем таро-прогноз, каким будет 2021 год для вас. До конца года остается 2 месяца, но уже очень многих интересует, что же принесет 2021 год, какие будут события. И мы сегодня с вами посмотрим именно основной аспект 2021 года. Я вам предлагаю задать про себя вопрос, что мне принесет 2021 год, проговорить свое имя, дату рождения и выбрать одну из цифр, которая вас устраивает. Ну что, я думаю, что, наверное, каждый определился, каждый выбрал свой вариант. Давайте теперь смотреть. Эти варианты мы пока отодвигаем. Смотрим первый вариант. Итак, мы с вами будем смотреть непосредственно, каким будет для вас год. Ну, смотрите, что у вас получается. Достаточно неплохие у вас идут карты. Во-первых, год будет для вас насыщенным и очень достаточно событийным. У вас, вот кто выбрал цифру 1, грядут большие изменения, но все они будут у вас к лучшему. У вас есть планы, у вас есть цели и пришло время их реализовывать. И вот то, что вы не смогли, предположим, сделать в этом году, однозначно вы сделаете в 2021 году. Порой будет трудно, потому что будут некоторые препятствия, но вы в силах все преодолеть. Даже знаете, как силы накопили, достаточно много сил накопили для того, чтобы уже непосредственно реализовывать все свои желания. В целом, год для вас будет, знаете, таким продуктивным. Особенно обращайте внимание на себя, на свои силы, то есть на то, на что вы способны, что вы можете. Вот поверьте в себя в первую очередь для того, чтобы реализовывать именно свои желания. Вы сможете преодолеть все трудности, вы сможете преодолеть все препятствия. И уже, знаете, вот подстраивать все обстоятельства под себя, как вам нужно. Также перемены идут в личных отношениях, в работе. Вы сможете подстроиться под эти перемены, потому что они идут для вас достаточно резко, неожиданно. Но вы уже знаете, возможно, вы уже чувствуете, что перемены, которые идут в 2021 году, что под них нужно подстраиваться, но у вас все очень удачно получится. Вы сможете пробить определенные позиции, добиться определенных результатов. Для кого-то важно будет именно рабочие моменты, для кого-то важно будут поездки, покупка недвижимости, а для кого-то важно будет изменить свою личную жизнь. Вы прекрасно будете понимать, что перемены, которые у вас идут в 2021 году, они неизбежны. Может быть, вы сами давно готовили эти перемены и уже просто будете делать определенные шаги. Но тем не менее, у вас на следующий год идет очень хорошая энергетика. Эта энергия идет именно продвижение, процветание, энергии силы, радости. То есть все, что вы будете делать, у вас будет получаться достаточно неплохо. Это у вас идет так. Хорошо, давайте посмотрим еще все-таки итог ваших действий в течение года.
Вот смотрите, что получается. Вот если рассматривать, что, предположим, в этом году, в 2020, вы не смогли что-то сделать, либо не успели по многочисленным обстоятельствам, то у вас как раз получается, что на следующий год вы абсолютно завершите все процессы, завершите все дела. То есть все, что вы сейчас планируете, и то, что вы будете начинать в следующем году, вы полностью это все завершите. То есть у вас полноценно решатся все вопросы. То есть уже как бы вы не будете откладывать там, как говорится, в долгий ящик. И также вы сможете избежать очень много неприятностей, проблем. Если в этом году настигали постоянные, возможно, проблемы, которые не давали вам покоя, и вы не могли решить эти вопросы из-за проблем, то в следующем году вы это все обойдете. Вы обойдете все вот эти неприятности. Может быть, люди, которые негативно к вам относились, либо обстоятельства, которые не позволяли вам, не получалось. То в следующем году однозначно вы это все сможете избежать. И полностью уже в течение года укрепить свои позиции и завершить вот именно так, как нужно вам. Вот у вас идет так. Так, хорошо, это кто выбрал первый вариант. Смотрим теперь второй. Итак, смотрим второй вариант. Что получается у вас? Какая у вас идет позиция? Ну, в первую очередь у вас в течение года будет достаточно так очень много различных событий происходить. Он, конечно, не настолько важен будет, то есть не настолько он идет у вас переменчивый, как вот по первому варианту. Первый у нас вообще там перемены идут. Здесь у вас не совсем такой будет год, скажем, перемен. Но все-таки будет очень достаточно так масса впечатлений у вас, я смотрю, присутствует. И почему-то у вас будет такое состояние, как вы будете из крайности в крайность идти. То есть какие-то вот такие моменты у вас будут складываться. А возможно, что не всегда будете находить общий язык с окружающими, с людьми, с которыми вы будете общаться. То есть могут быть такие обстоятельства. Но и в то же время будут рядом люди, которые будут вас всегда поддерживать. То есть у вас в основном в течение года очень важно будет непосредственно общение с людьми на работе, родные, знакомые. То есть вы, у вас вот именно год идет такой годом общения, скажем так. То есть вот это как бы вот на первой у вас такой позиции. А вы еще будете очень хорошо заниматься поиском себя в течение года. То есть вы будете пытаться изменить, возможно, как раз личную жизнь. То есть будете менять сами события, которые позволят, может быть, не так кардинально, но все-таки позволят изменить личную жизнь. Во всяком случае, у кого-то в течение года однозначно появится человек, который сможет растопить ваше сердце. Эти чувства будут достаточно сильны, даже больше, чем вы будете себе предполагать. Но единственное, что ситуация может осложняться, что либо у него будут незаконченные отношения, либо у вас будут незаконченные. Знаете, может образоваться такой любовный треугольник. Ну, как бы вас особо это сильно не будет волновать, потому что у вас будут идти очень сильные чувства. Вообще, если рассматривать общую тенденцию, год, в принципе, для вас обещает быть веселым. Здесь, в принципе, несмотря на некоторые сложности, которые приходят, придется вам отстаивать либо свои позиции, либо придется как-то пробиваться через какие-то трудности, но потом у вас это все, то есть когда вы поймете себя, поверите в себя, в свои силы, то есть когда вы будете уверены, потому что не всегда у вас это будет получаться, вот тогда у вас уже с легкостью будет все решаться. То есть вы больше себя, вот знаете, как вот будете накручивать, чем на самом деле, понимаете, вот идет такой момент. То есть вам нужно просто отпустить некоторые свои комплексы, отпустить свои страхи, переживания. Год для вас, да, он вот, знаете, как вот может быть вот 20-й год для вас достаточно сложный, что вот вы с таким настроем, с таким состоянием, вы можете вот пойти в следующий год. Но следующий год вам обещает намного легче, причем во всех аспектах, чем вот вы себе сейчас это представляете. То есть намного будет легче во многих вопросах.
вопросах, и в решении жилищных вопросов. В работе вы сможете наконец найти то, что давно ищете. Может быть, кто-то давно ищет работу, и однозначно у вас получится в следующем году. И также сможете удачно завершить вопросы, которые не получились в 2020. Так, ну давайте тоже вам посмотрим все-таки итог ваших действий. Сейчас посмотрим итог. Вы значительно продвинетесь, и вы полностью измените тоже. То есть вы сами к этому придете. Если у вас вот идет такая позиция, что если вы будете просто стремиться двигаться вперед, пробиваться, да, порой через какие-то трудности, но если вы вот зададитесь целью, поставите перед собой задачи, вы их, в принципе, с легкостью решите. То есть не настолько будет сложно, как вот будет казаться на самом деле. Понимаете, вам нужно просто в это поверить. Вам нужно просто вот делать шаги, не бояться и не сидеть. И вы полностью измените свою жизнь. То есть у вас вот начинается новый период совершенно, который вы сами его приблизите и вы сами измените. И от этого вам будет намного легче и более спокойнее, комфортнее. И вот тогда вы уже, знаете, как с новыми мыслями вступаете в новую жизнь. Вот у вас так. Так, хорошо, это был второй вариант. И давайте смотреть третий. Итак, интересно, достаточно интересно. Но у вас очень такой достаточно интересный год идет, причем во многих аспектах. В первую очередь, вы сами по себе. Вот, знаете, идет такой момент, что вы сами по себе будете очень довольно достаточно так спокойны в течение года, потому что у вас уже укрепляются какие-то позиции. То есть, возможно, то, что вы делали, предположим, в 2020 году, у вас это все переходит на 2021, но вы уверены, что у вашей ситуации стабильна, причем во многих аспектах. И даже если какие-то были проблемы, либо которые вот будут еще, но они, знаете, как-то они будут быстро решаться, потому что вы очень быстро сможете, скажем так, решить вопросы очень быстро. А вообще, если рассматривать в течение года, у кого-то придут достаточно такие яркие чувства. То есть у кого-то появляется шанс именно полностью изменить свою личную жизнь. То есть встретить такую, знаете, искреннюю любовь, искренние чувства, радость. Когда вот, ну, когда давно-давно, возможно, хотелось и никак не получалось. И вот, наконец, идет годом любви, когда можно полноценно, официально и устроить брак, и когда еще даже и рождение ребенка. То есть вот эти все моменты очень хорошо просматриваются. А вам нужно будет вот в течение года в первую очередь сконцентрироваться на своих ощущениях, на своей интуиции, на своих задачах. У вас уже все распределено на будущее, вы уже себе давно все расписали наперед, что вы будете делать и как. И вот как раз здесь идет такой момент, что вам нужно сосредоточиться на своем будущем, на своих задачах, потому что вы способны перевернуть, то есть либо изменить, либо полностью перевернуть какие-то свои позиции, которые вас вполне устроят. Год для вас обещает быть очень таким плодотворным, ярким, интересным. То есть вы во многом будете видеть положительные эмоции, положительные результаты. То есть вы будете понимать, за что вы беретесь. Вам, во-первых, это будет даваться все с радостью, с легкостью. И очень удачно решать вопросы. То есть здесь у вас идет такой момент. И вы однозначно сможете... Ну, значительно. И, во-первых, полюбить себя, значительно укрепить какие-то свои позиции, значительно
а вокруг себя измените жизнь и свою жизнь в том числе. То есть у вас идет такая вот положительная динамика, но вот у вас все это, понимаете, в первую очередь будет строиться вот на любви к чему-то. То есть, может быть, кто-то найдет, наконец, вот, работу, которая вот, будет по душе, которая будет очень приятна, которую вот, вы полюбите. Встреча человека, которого вы очень сильно полюбите, который вас полюбит. Либо вы займетесь чем-то таким очень новым, интересным в течение года, что действительно вам это будет приносить радость. То есть, понимаете, вот задачи, которые вы будете ставить, либо то, что у вас будет происходить в течение года, вам, в принципе, это все будет приносить радость. То есть, не будет такого особого, чтобы нужно было за что-то переживать. То есть вот во многих моментах, очень много у вас будет моментов, которые вам будут приносить радость. Может быть, как раз и идет, что 2020 год для вас был достаточно печальным, в каких-то моментах неприятным. И вы вот сейчас уже ставите перед собой цель, задаетесь именно целью, что 2021 год у меня будет другим. Ну давайте сейчас тоже вам сделаем итог ваших действий на 2021 год. Вы спешить не будете, вы будете делать все размеренно, медленно, аккуратно. И таким образом вы уже полностью завершите вот, все процессы, которые, возможно, тянулись. Сможете закрыть все проблемы, все неприятности. То есть вот то, что вас очень долго мучило, тревожило, не давало вам покоя. То есть то, что вот что-то наболевшее такое, у вас это полностью завершается. То есть, может быть, придется еще решать какие-то моменты, но это уже будут мелочи по сравнению с тем, что вам пришло пережить. Понимаете, то есть уже в 2021 году вас не будут так волновать сильно проблемы, которые волновали в 2020 году. То есть как бы вы не пытались там что-то решить, ничего у вас не получалось, все валилось из рук. То как раз в 2021 году вы сможете это решить. Вы уже спешить не будете, потому что вы и так это будете видеть и понимать, что в принципе вот все ситуации, которые складываются, они складываются для вас самым лучшим образом. И вы будете потихонечку решать свои вопросы и очень удачно. Тем более у вас будет очень много шансов, которые вы не упустите. Вы будете очень внимательно к этому относиться и сможете реализовать очень много своих желаний. Вот у вас идет так. Это вот кто выбрал третий вариант. Ну вот такой вот у нас с вами получился интересный расклад. Я вам всем желаю, чтобы 2021 год принес вам только радостные моменты. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока.